Едва успели остыть батареи в квартирах жителей региона, а на повестке совещания в правительстве следующий отопительный сезон. Главная тема – получение паспортов готовности. В прошлом году ни один муниципалитет Ивановской области не получил такой документ своевременно. В Ивановском, Родниковском, Вичугском, Лежневском, Верхнеландиховском районах проверкой теплосетей занимаются сами администрации районов. В остальных случаях – мэрии городских округов и сельских поселений. В последних зачастую не хватает квалифицированных кадров для грамотной проверки сети. Зампред правительства Максим Громов попросил глав районов взять работу под свой личный контроль и не затягивать с получением паспортов до глубокой осени. Я вас, призываю к тому, чтобы вы персонально, лично занялись вопросами получения паспортов готовности, создали соответствующие у себя рабочие группы, штабы, если достаточно, провели соответствующего уровня совещания с приглашением глав сельских поселений и детально с каждым поселением, с каждым муниципалитетом, который подлежит получению паспорта, детально разобрали все требования, которые предъявляются к получению паспорта.